Для асбестовских школьников прошла экскурсия в городском суде. Наглядное знакомство с судебной властью и спецификой ее работы играют большую роль в правовом воспитании подростков. Ученики 10 класса 11 школы побывали на экскурсии в Асбестовском городском суде. Помощник судьи Марина Кочелаева показала залы, где ведутся судебные процессы, электронную информационную систему, где можно узнать, какой процесс будет в ближайшее время, и добавила, что в дальнейшем для более объективного рассмотрения судебных дел и вынесения приговора можно будет вести видеозапись отдельных судебных процессов. Также учащиеся ознакомились с передвижной экспозицией архива Свердловского областного суда, посвященной Великой Отечественной войне, в которой представлены фотографии времен войны, сделанные на судебных процессах, и наиболее важные документы, которые вышли в то время. После формата коллоквиума со школьниками было проведено занятие на тему «Уголовная ответственность за совершение преступлений против здоровья населения и общественной нравственности». Также ребят познакомились с федеральным законом о присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Кроме того, школьники присутствовали в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела, где на скамье подсудимых был молодой человек, который обвинялся в совершении кражи с причинением особо крупного ущерба организации. Приговором суда он осужден к условной мере наказания. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.